Всем доброго времени. Сегодня расскажу, как сделать простой стикер. Основное, что нам нужно знать, то что стикер для Giphy, да, он должен быть квадратным. И для этого нам нужен холст квадратного формата. Я, как свой любимый, всегда 2500 пикселей на 2500 пикселей. И создаем новый холст. Давайте что-нибудь осеннее нарисуем. И потом сделаем из этого простую гифку. Рисовать нужно, важно знать, да, что мы будем экспортировать в формате для веб. И поэтому, если мы будем рисовать какие-то текстуры текстурными кистями, то он очень как бы ухудшит этот экспорт, саму картинку, да, будет она выглядеть, ну, с какими-то дырками, даже не с пикселями, именно там контур потеряется, и сама картинка будет странно выглядеть. Поэтому лучше оптимально рисовать это простыми четкими материалами, например, вот эта монолиния из раздела каллиграфии. На другом слое мы наполнение нарисуем. Я там рисую овалы и заливаю. Давайте какую-нибудь веточку и сделаем. Я буду без леттеринга, поэтому давайте что-нибудь напишем. Осень, да, я буду работать брашпеном тоже с четкими краями. И теперь мы объединяем все слои. Можно, в принципе, дублировать эту иллюстрацию на отдельном, еще один документ создать, чтобы у нас точно ничего не потерялось. Вдруг мы захотим потом что-то изменить, да, или добавить, поменять. Поэтому я просто дублирую иллюстрацию, сливаю все слои вместе. И буду рисовать белую подложку, чтобы стикер можно было поместить на любого цвета фотографию. Просто обвожу по контуру. Теперь мы будем вносить какие-то незначительные изменения, да, в нашу иллюстрацию. Сливаю слои. Дублирую. Нам достаточно сделать 5 кадров. Но пока я остановлюсь, чтобы понять, что мы будем менять. Теперь я буду копировать слои и менять их местами. Теперь я захожу в холст ассистент анимации. Проверю, чтобы все слои были включены.
нажму воспроизвести. И скорость отрегулируем. Вот самая простая анимация. И теперь нам нужно с вами просто поделиться ей, сохранить ее как анимированный GIF для веб. Если мы будем грузить ее на сайт GIF, видите, немножко потерялось качество. И можно сохранить с максимальным разрешением и потом ее просто вставлять в собственноручно как GIF-ку в своей истории. Можно сделать и так, и так. Что, чтобы загрузить гифку в общий поиск на гифе, нам с вами нужно будет этот аккаунт завести, во-первых, во-вторых, его нужно верифицировать. Поэтому для своих сторис нам с вами достаточно просто создать свою гифку и экспортировать ее через поделиться, сохранить анимированный гиф и максимальное разрешение и экспорт. Я сейчас делаю для веб. Попробую ее загрузить к себе в аккаунт, и потом через пару дней посмотрим, появится она в поиске или нет.